В Одесі відкрився 22-й фестиваль «Зелена хвиля», а саме в Зеленому театрі розташувався книжковий ярмарок. Ми поцікавились, яка література сьогодні в моді і що читає сам Жванецький. Люблю читати. Я можу тільки це повторити. Мені дуже подобається, що тут просто дуже подобається, що відбувається такий фестиваль книжний, що є можливість кого-то похвалити з книг, кого-то похвалити, і є можливість щось сказати. Ну вот, вы знаете, это, наверное, самое главное. Я не могу больше ничего говорить. Ну, по названиям книг мне сейчас очень трудно их определять. Угу. Да. Стали более закрученные? Потому что Джон, там, я вот сегодня купил Брауна. Ну, просто, понимаете, вот не закрученные, названия стали незнакомые. Фамилии авторов незнакомые. Поэтому я живу по-прежнему, по-советски. Позвонят, скажут, ты читал? Я скажу, нет. А что стоит? Стоит, прочти обязательно. И я прочту. Скажите, будь ласка, в Америці, що вони знають про нас, про українців? Я думаю, що після Майдану, особливо коли New York Times і інші видання значить, говорили про ці всі події і так далі, такого пересічного американця змінилася думка про Україну інформативно, що це не частина Росії, так, що це щось інше. Американці зрозуміли, що ми дещо інші. І тому у нас є інші прагнення, інші погляди на історію, і тому ми маємо ці проблеми і з війною, і так далі, і так далі. Дуже-дуже-дуже дякую вам. І дуже вам дякую. Дуже дякую. You Pulitzer prize holder. If I want to be the same one, right. what I need to do? I've no idea. You know, I've no idea. I think be very lucky perhaps. One year to publish a book in a year when there isn't very much else around. I think that's all it takes. But you know, to be serious, one, you know, as a writer, one tries day in, day out to come up with something interesting. And that's basically what I do. Every day, almost every day, I write something. I try to come up with an image that surprises me, that shocks me, perhaps. And to write something until you arrived in landed in. Funnily enough, I just arrived yesterday and I'm slightly jet lagged, so I did not write anything this morning. But I hope to write something while I'm here. На сьогоднішній день більша частина на русском или на українському языке? Именно детской литературы, наверное, поровну. В данный момент. Раньше преобладал русский язык, сейчас идет тенденция больше на украинизацию. А с чем это связываете лично вы? Ну, наверное, с тем, что в стране идет тенденция на украинизацию. А продаются книжки какие лучше, на русском или на украинском языке? Все зависит от региона. В Одессе примерно на русском лучше. Одна и та же книга есть на русском и на украинском. Да, если это автор, который вот наш автор, и мы можем его издать на обоих языках, все-таки многие люди в Украине говорят на русском, и они просят читать на русском. И они просят, что вот сейчас перестали завозить русские издательства, то они даже радуются тому, что еще украинское издательство, они поддержат своего издателя, но могут почитать на том языке, который ему давно комфортен. Вот, как бы. Поэтому у нас есть на обоих языках. Но не все книги мы можем издавать на русском, потому что есть иностранные, вот шведские автора, французские. Там русский язык, он куплен Россией уже на весь мир, этот язык, и мы, как правило, не успеваем купить раньше, чтобы издать ее еще тоже на русском. Вот так вот. Також нам дуже цікаво, що зараз читають діти та на якій мові. Ви прийшли сюди на «Зелену волну» зачем? Ну, я очень сильно люблю книги. Мы сюда пришли, чтобы, посмотреть что-то новое, найти новые книги, вот, посмотреть, познакомиться. Какая литература вас интересует? Приключения или вот наоборот, какое-то такое более? Нет, меня интересует очень сильно приключения, мистика какая-то. А книжки на каком языке ищете? На русском или на украинском языке? На русском, но могу читать и на украинском.
Я люблю очень сильно читать, и я вот купила 9 книг себе. Девять книг, это какие? Перечислите. Я все сильно так не запомнила, но я люблю жанр там магию, как к примеру, Гарри Поттер, что-то такого. Еще я люблю очень сильно мистику, про ведьм или что-то такого. А скажите, пожалуйста, сейчас это модно про мистику? Очень много детских книжек именно про мистику? Ну, некоторые, да, там про ведьм. Или вот, я недавно заметила, не бойся темноты. Ну, вас почему мистика интересует? Ну, я не знаю, я там чисто увлекаюсь этим, люблю там всякое что-то мистическое. Устраиваете спиритические сеансы иногда? Не вызываете духов? Хотела. Пробовали, то есть? Ну, да. Получилось? Я неправильно это сделала, поэтому нет. Ну, удачи вам, чтобы все получилось. Спасибо.